Сотрудники УФМС России по Ивановской области задержали граждан Таджикистана в охотничьем угодье у деревни Антилохово Савинского района. На протяжении длительного времени без разрешения на работу трудились 4 иностранца. Они сторожили территорию, пасли скот, занимались земледелием, жили в вагончике бытовки. По результатам проверки составлены протоколы. По решению суда двоих иностранных рабочих выдворили за пределы страны. В настоящее время устанавливается работодатель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за организацию незаконной миграции.